Сегодня суббота. На ужин будем сегодня готовить морковку, баклажан, черри. Тушеная, мультиварку буду нарезать. Так что поехали. Ну что, здесь помидоры черри, нарезанная морковка, 3-4 головки чеснока, сам баклажан кружочком нарезан, соль, немножко подсолнечное масло и все. Вот. Ставлю, наверное, на час, потому что баклажан долго тушится. Скажу, что будет. Кто-то просто с помидорами делает. Я решил морковку добавить. Кто-то еще болгарский перец добавляет. Но это любители. Покажу, что будет через час. Мультиварка у меня Реймонд. Так, ну что. Сейчас будем жарить шницель свиной. Муж сказал его быстро жарить, потому что он тоненький. Ну, сейчас посмотрим. Вот так вот придется мне жарить, потому что сковородку мне хоть большую доставать из котю. Там еще осталось 3 кусочка. Вот приправа для мяса. Перец молол через мельницу. Вот. И обычная соль. Ну что, я пожарила. Вот такой вкусненький шницель. Получился обычная соль, приправа для мяса и перчик. Кладу на салфетку, чтобы все масло стекло. Вот. Так что вот так. Шницель тоже. Выгодно иногда брать свиной. Ну что, приготовились наши тушеные баклажаны с морковкой, с черри, с чесночком и с укропом. Здоровая пища. Я попросила дома. Мам бежит. Сейчас следующий ждать, знаешь, что светофор. Так. В доме жил дважды Советского Союза Паршин Георгий. Угу. Вот на той стороне вот этот дом трехэтажный. Это вот центральный офис Фикс Прайса. Торговый центр, который мало народу ходит вообще. Вот магазин «Монетка» у них. Это их здание. Вот вход главный. Магазин «Фикс Прайс» в Москве. Он самый большой. Моя основная цель здесь купить зеркало с подставкой. Здесь, да, раз, два, три. Три этажа. Здание старой постройки. Вот здесь такой красивый бульварчик. Можно прогуляться после покупок. Вот. Так что идем в магазин. Так, сегодня вечером будет салат у нас. Это кукуруза, огурец, капуста. Все. Заправляете майонезом или сметаной, кто как любит. Сейчас приготовлю, покажу дальше, как выглядит. Ну что, приготовила я салат. Вот каждый будет, кто майонез, кто сметану заправляет. Вкусненький легкий салат. Ну, у нас не только салат на ужин, будут макароны с сосисками, но я это показывать не буду. Это обычная пища, каждый может приготовить. Вот. То есть вот так. Уже 6:30 вечера. Сейчас буду разводить краску. Вот так внутри выглядит краска СТЭ. Буду сейчас краситься. Вот. Цвет шоколад. Ну что, развела я краску. Вот так она выглядит. Это бальзам после окрашивания и перчатки. Пошла я краситься. Чтобы не испачкаться, одела вот эту вот одноразовую шапочку. Вот, с Ашана вот такие продаются. Вот так вот. Она очень, очень тяжело отмывается на краске стоит. Так что вот так. Ну что, уже вечер. Краску я смыла, волосы. Видите, блестят, темные. Извиняюсь за освещение, уже темно. Вот. Ну, немножко еще потом смоется 1-2 раза. Светлее будет, и будет такой цвет шоколад. Спасибо вам за просмотр. Блог сегодня заканчивается. Так что после этого блога выйдет видео покупки с Фикс Прайса в центральном магазине. Так что всем пока-пока!